О, Зоря заглядывает. Видишь, что двери открыты? Вот это у меня баня. Баня тоже. Все у нас в ограде смеялись надо мной. Ха, купила. Она сделана со шпалы. А я купила у соседки, не помню, за какие деньги уже. Это было, сейчас бы как бы не соврать, лет 25 назад. Тогда у нас... Да, я вам скажу, где-то середина 90-х разбирали первый военный городок, кирпич. Все кирпич разбирают, а я доски домой таскаю. Соседи тут у меня, бомжарики жили, натаскали. Ну вот, с досок мы сделали потолок и пол, а стены, как она, это, шпала, мы просто отбили в ДВП. Я побелила чистенько, печка стояла старенькая, ну, топилась. Уже, наверное, за это время у нас, наверное, третья или четвертая печка. Вот это хорошая печка дэповская, только вот эта крышка прогорела. А это еще тоже в 90-х делалось, и купила у соседки. Сосед помер, отец, и у них бани нету, и она говорит, забирай. Я вот купила у нее. Ну вот, уже за это время мы два раза потолки меняли, потом пошли пожары. Это вот два или три года назад сменили потолок. Полы меняли уже. Ну, худо-бедно мы моемся в своей баньке. Тут побелено, но потолок у меня наполовину беленый, наполовину крашеный. Ну ничего, нынче некогда, на раз побелило, второй раз некогда было белить. Ну и самое главное, что езди помыться.